Zkusili jste někdy drogy? Já fakt ne, já jsem se narodil moc brzo na to, aby jsem to stihnul. Kouřit jsem přestal ve 13 letech. Bohužel musím říct, že mě taková ta nebezpečná léta zastihla v Anglii a ve Smetánce pop music tehdy a rock music, čili bohužel ano, kokain a takový ty všechny věci. Tady vidíte před sebou takovýho dědulu, ale kdybyste mě viděli tehdy vlasy a spozadek, takovýhle fous, kamarádil jsem s Ringo Starrem, tak si to dokážete představit. Ahoj, привет! С вами опять Чех, пытающийся выучить русский. Сегодня будем вместе обсуждать тему довольно срочную. Сейчас случайно и в России, и в Чехии происходят практически параллельно президентские выборы. И пара людей мне писала, что было бы полезно разбираться в том, что здесь происходит и почему это для чехов, но неожиданно даже для россиян, важно. Представьте, что это компьютерная игра, для которой выбираете собственного героя-боевика. И я обещаю, все произойдет быстро, безболезненно и с инъекцией легендарного чешского юмора. Во-первых, перед нами возникает интересный парадокс. В Чешской Республике система не президентская, а парламентская. Это определяет, что правительство отвечает перед парламентом, а не президентом, власть которого довольно ограничена. Он фактически действует в качестве лица республики за границей, и его деятельность включает церемониальные встречи с иностранными политиками, трогательные приветствия победоносных хоккеистов, публичные выступления, мотивационные речи, и иногда шутим, что его единственной обязанностью является возложение венков и цветов. Однако, символ президента здесь пользуется огромным престижем и популярностью, и чехи в своих президентов всегда вкладывают даже неадекватные ожидания, значение, критику и внимание. Дякую вам за позорность. Вот это странное явление можно проиллюстрировать примером первого президента Чехословакии Масарика. Когда Масарик, образованный профессор философии, уже в качестве президента в 1918 году триумфально вернулся в вновь созданную страну, заявил довольно скромное предпочтение – жить в нормальной квартире где-то в центре Праги. Однако его сотрудники посмотрели друг на друга и отсоветовали ему это намерение, говоря, что люди, естественно, привыкли к символике королей и императоров, республика во всем мире – система довольно новая, международная обстановка хрупкая, и было бы лучше поступать медленно, жить на Пражском граде, резиденции чешских королей и использовать свой авторитет, чтобы вдохновлять граждан совместно трудиться на благо своей страны. Тогда Масарик, интеллектуал и вегетарианец очень скромного аскетичного поведения, волей-неволей позволил по практическим соображениям создать своего рода небольшой культ личности, неофициальный авторитет, который иронично прокомментировал, по моему мнению, нестареющей цитатой. Вот, у нас уже демократия, теперь нужны только какие-то демократы. Сегодняшние выборы можно обобщить следующим образом. 7,5 против 1. И кто баллотируется? Давайте начнем с вышеупомянутой половиной. Петр Ханек, композитор и продюсер, импресарио поп-музыки кошмарных 80-х, жертва собственной уверенности в своих силах, постоянный неудачный политический кандидат собственной партии, которую называет «Партия здравого смысла». Где я это уже слышал? Плюсы. Непреднамеренное чувство юмора, усы, анекдоты про коммунистических исполнителей. Минусы. Ах, хватит.
Vratislav Kulhánek, bývší úspěšný top manager i předsedatel Savěta direktorov kampány Škoda, ekonomický liberál, stremí se silně integrovat se v Evropský sajůz i podržovat střední klas částných předpřímatelů, ekonomické sotrudničenstvo s Rosijou ili Kitajem jemu je kážet se výhodným i interesným, no sankcie proti Rosii by savětoval odměnit. Jiří Hinek, doktor естественных наук в области теоретической кибернетики, шахматист, человек консервативного политического направления, занимающийся именно темой международной безопасности. Марек Гилшер начинал работу с землекопом и грузчиком в США, сегодня профессор биохимии и медицины, врач, долгосрочный политический активист, подвергающий критике особенно реформы образования, лишение гражданских прав и международное направление. По его словам, политика – только услуга. Его лозунг – будущее в нас. Павел Фишер изучал дипломатию в престижном университете в Страсбурге, профессиональный дипломат, посол Франции и Монако, кавалер ордена Почетного легиона. Заявил, что самой серьезной проблемой настоящего времени не являются эмигранты или политическая обстановка, а нашествие новых технологий и социальных сетей в нашу жизнь и убыль эмоций, самодеятельности и творчества. Вот видите. Михаил Горачек, по образованию доктор антропологии, тем не менее широко известен как текстовик, поэт, писатель. Бывший успешный предприниматель, который в свое время продал свои компании за почти 500 миллионов крон и сейчас платит за предвыборную кампанию исключительно из своего кармана. Человек либеральных взглядов и своего рода милого позитивного патриотизма. Vždycky bych chtěl tohle, aby Česká republika bohatla materiálně a duchovně. To znamená, že má být v prostředí, kde soutěží nebo kde spolu s těmi nejsilnějšími na světě. No, tam je naše budoucnost, my jsme byli mezi 10 nejbohatšími zeměmi světa a musíme se tam vrátit. Обладает харизмой, поддерживает Евросоюз, идею усыновления геями или возможность сместить президента путем референдума. Скептически относится к интеграции беженцев-мусульман, но говорит, что быть противником иммиграции – это как быть противником дождя. Критики замечают его иногда слишком театральную, драматичную риторику профессионального писателя. Мирек Тополанек – один из немногих политиков-профессионалов, бывший премьер-министр, глава правительства и Совета Европейского Союза, консервативные, прозападные взгляды правого толка, к Европейскому Союзу относится критически, но хочет ее реформировать изнутри. Сторонники и критики называют его иногда уважительно, иногда насмешливо «мужик с яйцами». В числе позитивных черт отметим особый риторический талант, харизму, самоуверенность, политический опыт. Своего рода маленький Уинстон Черчилль. Отличный политический лидер на случай гипотетической, храни нас Бог, войны. Критики замечают его воспламеняемость, темперамент и иногда фаталистические взгляды, критическое отношение к Европейскому Союзу и, конечно, скандалы, сопровождающие долгосрочного политика-профессионала. Полянку, вы о себе повторяете две вещи. Первый из них, что вы ровный хлап. Но я затем это слышал только от вас. Jiří Drahoš, председатель Академии наук Чешской Республики, ученый, профессор химии, поддерживает НАТО и Европейский Союз, говоря, если мы хотим оказывать на Европу влияние, мы должны быть ее частью. К России относится скорее недоверчиво и не хочет больше действовать в качестве связующего звена между Западом и Востоком. Кризис беженцев предпочитает решить в том месте, где проблема первоначально возникает, выражает либеральные взгляды, включая усыновление геями. Выразил намерение награждать больше участников сопротивления времен коммунизма, говоря, что каждый человек имеет право бороться с тоталитарным режимом. Сторонники выдвигают его, казалось бы, безошибочную биографию, интеллект, вежливое поведение и нравственность во времена коммунизма. Критики, наоборот, отсутствие политического опыта, харизму химика
и количество неизвестностей насчет его взглядов. Милош Земан, нынешний президент и финальный босс нашей игры. Награжденный ветеран чешской политики, последний матадор эпохи 90-х, бывший премьер-министр и долгосрочный вождь социал-демократической партии. В начале 90-х Земан стал знаменитым благодаря своему интеллекту, почти фотографической памяти, чувству юмора, но даже политическому прагматизму, грубости и тенденции окружать себя подозрительными сотрудниками. После 10 лет на вынужденной политической пенсии вернулся и совсем неожиданно выиграл президентские выборы в 2013 году. В своей инаугурационной речи заявил намерение быть президентом беднейших 10 миллионов, причем это представляет собой практически весь численность населения страны. С тех пор трудно спорить, что общество разделилось. Даже некоторые бывшие политические друзья президента утверждают, что это уже не тот человек, которого мы знали в 90-х. Харизматичный стратег, который привел республику в Евросоюз. А больше всего напоминает озлобленного одинокого пенсионера, который никогда не признает, когда он ошибается, сам себя не контролирует и находит удовольствие в том, что намеренно раздражает людей. Земан, казалось бы, ведет войну со старыми политическими врагами и большинством журналистов, группой критиков, которую пренебрежительно называет «пражское кафе». В общем, даже игнорирует государственные средства массовой информации и предпочитает частные коммерческие каналы своих сторонников. Таким же образом отказался участвовать в дебатах с другими президентскими кандидатами. В глазах некоторых Земан также поворачивает долгосрочное направление республики, которое раньше под управлением бывших диссидентов профилировалось как международный защитник прав человека, поддерживало заключенные диссиденты и «Вы будете смеяться, независимый Тибет» и так далее. Тогда как Земан привел в Прагу президента Китая и якобы предпочитает официально встречаться с некоторыми авторитетными вождями Средней Азии, политиками Европейского Союза. Послереволюционное поколение по очевидным причинам его терпеть не может, так как Земан является прототипом политика-динозавра старой школы, который с удовольствием пьет и курит, выражается политически некорректно, не владеет хорошо английским и отпускает неловкие шутки типа «Курение кажется лучшей профилактикой болезни Альцгеймера, потому что вы умрете вовремя». Его сторонников можно разделить на группы. По последним данным, это обычно жители сельской местности старшего поколения и консервативные избиратели. Земан в целом напоминает явление Дональда Трампа, протестного кандидата, за которого люди часто голосуют не из-за положительной конструктивной программы, а из-за недовольства по поводу поведения политического представительства и текущих событий 21 века, нарочно как протест. Понятный Земан с поведением рабочего класса иногда является их символическим народным чемпионом и защитником против либеральных журналистов, городских политических элит и соседей. В чешском интернете возможно заметить людей особенно старшего возраста, которые пишут «Голосую за Земана, просто чтобы идиоты в Праге охренели». Другие утверждают, что Земан последний политик традиционного типа, прагматик, который не подчиняется требованиям политической корректности, критически относится к кризису беженцев, более тесной европейской интеграции, выступает против либеральных общественных изменений. Ну вот и все, за которого героя боевика бы вы голосовали. Хитрость в том, что президент избирается в ходе выборов, происходящих в два тура. Если ни один из кандидатов не получит 50%, что вообще не ожидается, два кандидата, получившие наибольшее число голосов, сразятся снова в дуэли во втором раунде, где победитель получает все. И пока в первом туре люди ссорятся друг с другом и отдают предпочтение всем различным кандидатам, настроение в стране такое, что огромное количество людей во втором туре проголосуют за кого-нибудь, кроме Земана.
Что? А, ясно. Так вы хотите какой-то прогноз, чтобы вы могли через пару недель смеяться, насколько я ошибаюсь, не только в грамматике? Ладно, я предсказываю, что в первом туре победит в окружении сигаретного дыма Земан и незаметный химик профессор Драгош, который во втором раунде отправит Земана на пенсию нокаутом. Спасибо за внимание, пожелайте нам удачи и поделитесь, пожалуйста, как вы лично переживаете выборы в России. Для меня это также загадка, в которой я хотел бы, с точки зрения нормальных людей, просто немножко разбираться. Пока-пока. Дозвольте, абych se postavil. Zdehle, prosím. Zde vidíte pravou nohu, zde vidíte levou nohu. Tak. No tak, myslím, že po tento vystoupení aspoň na nějakou dobu pravděpodobně spekulace o vašem zdraví ustanou. Doufejme.